здоровья всем. Сижу в вокзале, жду поезда, еду на работу. Такой вокзал у нас. Город Котельнич. Где-то друг у меня задерживается, едем с ним вместе в одном поезде. Он Сургут, я в Карачаево. Ага, сел, пока что опять один. Пока один, до туалета. Но когда билеты покупал, это место было занято, и это напротив. Значит, где-то подсядут. Ну вот, я уже и на месте. Сейчас утеплюсь. Обогреватель включил. Минус 30, короче, на улице. Дубак. Завтра уже первый агрегат сюда. Коробка ZF9 будет здесь разбираться. Табачок опять с собой взял. Всего доброго.